Чего это Вескер от тебя надо? Не знаю. Я с ней мало говорила. Мне тогда очень хотелось спать. Ладно, тогда придем и сами спросим. Будто прокисшая кастрюля супа. Протокол обнаружен. Доступ открыт. Наталья, ты как это? Не знаю. Ты договорилась, старуха. Барри! Умри! Интересный интерьер. Прям как в кино. Мы могли бы тут жить. Ха, говори за себя. Я сыт по горло этими особняками. Фобос? Чего она добивала? Thank you.
эти твари? Их создала Алекс. Всех.
думала, что и Ураборос сможет к рукам прибрать.
Наталья, ты ведь устала. Отдохнешь? Я не устала, но спасибо. Обнаружен повышенный уровень вируса. Активированы карантинные процедуры. Все двери закрываются. Лифты будут отключены до устранения угрозы. Угроза устранена. Все двери открыты. Хорошо, входи. Это песня. Знаешь ее? Знаю, что она мне не нравится.
Зараза, фонарик. В самый раз. Вот зачем, Алекс? Чего до ребенка докопалась? Настоящая. Фальшивая. Ты отвергаешь то, что тебе дано. Отвергаешь свои воспоминания. Фальшивка. Я просто могу тебя уничтожить. Мне придется тебя уничтожить. Бескер! Наталья! О, нет, не посмеешь. Я понимаю, что ты чувствовал, Альберт. Просто жить недостаточно. Мне нужно больше. Сука!